2016 году компания Skyway начала строительство грузовой трассы в экотехнопарке. Это стало результатом разработки решений для рынка грузовых перевозок, которая длилась с 2001 года. Грузовые комплексы Skyway могут использоваться для перевозки всех видов грузов, от руды и нефти до бытовых отходов и опасных химикатов. Благодаря высокому качеству материалов, инфраструктуру грузового комплекса можно возводить практически на любых типах рельефа и эксплуатировать круглогодично в самых разных климатических условиях. Подвижной состав грузового комплекса оснащен энергоэффективными силовыми агрегатами, позволяющими снизить операционные расходы при перевозке грузов и организовать питание за счет использования возобновляемых источников энергии. Компания Skyway предлагает несколько видов грузового транспорта для решения разных задач. Юниконт – специальный грузовой модуль Skyway, предназначенный для транспортировки морских контейнеров. Главная зона применения Юниконта – транспортно-логистические узлы и объекты портовой инфраструктуры. Загрузка и разгрузка контейнеров Юниконт может осуществляться как в специализированных терминалах Skyway, так и привычными способами – при помощи консольно-козлового крана или портового ричтрака. Конструкция Юниконта позволяет осуществлять транспортировку контейнеров любого типа – 20-40 футов без дополнительной перегрузки. Трасса Юниконта позволяет использование дополнительных видов грузового транспорта Skyway. Юнитрак. Грузовое транспортное средство Skyway для транспортировки сыпучих, жидких, опасных, скоропортящихся и штучных грузов. Модульная конструкция обеспечивает возможность его применения практически в любых сферах грузовых перевозок. Интеллектуальная система управления Юнитрака организует движение по трассе с минимальным безопасным интервалом, позволяет достичь высокой производительности комплекса. Загрузка и разгрузка Юнитрака может проходить в автоматическом режиме. Как результат разработок в экотехнопарке, построена действующая трасса для грузоперевозок, на которой Юнитрак успешно проходит ходовые испытания. При необходимости Юнитрак может быть скомбинирован с пассажирскими линиями или конвейером Юнитранс, что значительно расширяет сферу его применения. Юнитранс – закрытый ленточный конвейер на колесных парах. Это оптимальное решение для мест разработки полезных ископаемых и организации погрузочно-разгрузочных терминалов и морских портов. Погрузка на конвейерную ленту Юнитранса осуществляется со специального терминала, а разгрузка – за счет наклона ленты в вертикальной плоскости. Грузовые комплексы Skyway – это высокая эффективность, низкая материалоемкость и себестоимость перевозок. Высокая скорость транспортировки грузов, минимальное воздействие на окружающую среду, сохранение природных ландшафтов.